Всем добрый день. Небольшой анонс по тайским деньгам. Последние года, когда я здесь был, 2,5 года тому назад, у них был еще живой король Рама 9. Сейчас вот он, кстати, Рама 9. Он на всех практически деньгах был, везде символика его. Сейчас Рама 10, его сын получается, король. И немного изменились деньги. Основной номинал денежные монеты 1 бат, 2 бата, это вот эти вот идут. То есть, если вы обратите внимание, присмотритесь, то уже новый король и прошлый король, Рама 9 и Рама 10 на монетах присутствуют. Немного видоизменили. Получается, еще раз напоминаю, 1, 2 бата, 5 бат и 10 бат идет. Затем следующие идут уже купюрами, 20 бат, тоже обратите внимание, разные они уже. Раньше, если только был король Рама 9, то теперь уже добавили. Ну и плюс они оборотные, конечно, стороны имеют, как правило, все. Затем 100 бат, тоже уже с новым, с Рама 10 королем. На обратной стороне идут какие-то генералы, видать, не знаю. Я их не знаю, честно сказать, не буду по ничего говорить. Рама 10 также. Ой, Рама 9 тоже. А это, по-моему, генерал кавалерии у них был. А нет, флота как раз, да, который флот создал. Поэтому тоже видео есть. Затем идут 500 бат. Также, видите, идут старый номинал еще 500, где с королем Рама 9. А это уже, скорее всего, они тоже, ну, видать, модификация одна из. Ну и плюс тысячные купюры. Тоже уже с новым королем Рамой 10. Здесь на обратке непосредственно Рама 9 и Рама 10. Бумажные деньги они с удовольствием принимают. Монеты не любят, когда им дают, особенно если как чаевые, для них это оскорбительно считается. Поэтому, если будете какие-то чаевые в Таиланде оставлять, ну это хотя бы минимум должно быть у вас 20 бат. То есть бумажные деньги, это считается хорошо, монетки это плохо. Ну на сдачу, конечно, там или что-то бить, рассчитывайтесь, вопросов нет. Но вот если как давать именно... как чаевые, то да, это будет для них оскорбительно. Вот такие вот денежки, кому надо, можете поузнуть, поближе посмотреть. 500 бат. Здесь они очень быстро почему-то заканчиваются. Не успеваешь разменивать. Курс на сегодняшний день. Рубль. В основном ценят так, за 1 бат 0,400, грубо говоря, 50-460, но вот нашли где 480. Доллар у них идет 31,40-31,60. Ну вот юани, допустим, брали 4,66. Вот такой небольшой анонсик.